Смотрите, ребята, какие они довольные. Палатка супер, спасибо огромное. Как вам? А Мари, а что, надо было постелить сначала что-то, старый коричневый плед там, одеяло старое коричневое? Или который плед я с собой брала в пакете, принеси его сначала, его постелить. Палат старый, видите, понадобился. Разуваются как раз они тут хорошо. И будут сейчас так загорать, мои дети. Штатив не могу нормально установить, у меня штатив сломался опять. Поэтому просим извинения. Ну вот, установили вот так вот. Сейчас детям направлю там все и покажу, что получилось у меня. Маша, вот это вот положи вот в тот мешок. Ваня, уйди оттуда. Пишите, что вы насчет этого думаете. Но детям нравится, дети довольные. А это самое главное. Детки, ну как вам тут-то? Вообще, да, чудесно? Что там тебе в глаз попало? Ой, деловые валяются тут-то. Ладно, загорайте. Какой вы загораете? Вы в тень залезли. Спать будете здесь? Все, я вас на ночь домой не пускаю. Будете на улице спать. Маша, ты тоже будешь с ними спать? Да. На улице? Да. Все. Мы их домой не пускаем. Дома койко-место освободилось. Видите, тут они разуваются по бокам. И загорают в палатке. Хоть палатка и маленькая, но детям хватает, да? Как вам? Все, все спать легли, спокойной ночи, я пошла тоже спать. Ага, поспишь тут с вами, как же. А, ты для мамы там место даже приберегла, ну нифига себе. Папа придет с работы, в шоке будет, скажет, а ты что тут за палаточный городок? Да, без подушки мама будет спать. Ладно, загорайте. А? Да сейчас-то зачем, а потом... Маша говорит, тут пикники можно устраивать, да, Маша? Маш, скажи, пожалуйста, что ты на 100 рублей от подписчика заказала? Поп-кит. Как? Поп-кит. Поп-кит? Поп-кит. Короче, ребята, какую-то резиновую штуку, где... Как они? Кликать. Кликать? Ну да. Что она стоила? 146 или 156? 159. 159, но мама ей заказала вот 100 рублей от подписчика и 59 рублей мы добавили. И она теперь ждет, когда он придет, да, Маша? Угу. Ладно, дорогие друзья, вот такая вот палатка. Спасибо огромное за палатку, да, Маша? Угу. Довольные? Да, попрыскал? Нет. Нет? Ну ладно. Ну ладно. Ладно, загорайте. Все, дети довольные. Нету спрея? А где он? Может, папа его убрал? Маша, иди посмотри, где он. Это вообще-то Машкин спрей, а кто-то его уже хапанул. Да, да. А тебе тетя Женя ждала? В траве была. Хорошо. Ладно, пусть загорает, а я пошла своими делами заниматься. Всем хорошего дня. Смотрите, что я еще им придумала. Тюль немножко повесила. Правда, не везде тут получится тюль. Но сколько-то есть. Надо вообще придумать вот так вот. Взять, обшить тюлью.
подлиннее сюда коврик какой-то придумать, обшить тюлью и самой доделать ее. Ну, вот так вот получилось у нас. Накрыто тюлью. Ку-ку! Кто там выполз? А кто там? Оксана. Ладно, вот такие вот у нас дела. Всем хорошего дня. У нас вечер. Я пришла с бани. Всем, кто в бане моется, всех с легким паром. Хочу чай зеленый сделать, так голова сильно болит. И у меня сегодня что-то в районе левой области под лопаткой аж горит все. Не знаю, что и состояние какое-то не очень хорошее. Короче, вообще полный пипец. Мне не нравится сегодня мое самочувствие. Дети довольны, весь день в этой палатке пропрыгали, проскакали. Сейчас надо обсохнуть немножко, идти убрать ее, а то унесет кто-нибудь. Домовой появится у этой палатки. Дети счастливые, довольные. Сегодня гости в баню приезжали, опять уехали уже. Тоже понравилась им палатка. Но дети говорят, мама, нам надо, говорит, купить еще такую палатку, чтобы закрываться можно было. И там бы можно было ночлег устроить. И, как они говорят, можно было бы тогда видео заснять, как мы всю ночь были в палатке. Я говорю, ну тогда нам надо палатку на 10 человек. Чтобы видео такое заснять, как мы все были в палатке. Вот так вот. Чай делаю с молоком, хочу сделать. Я вчера 3 литра домашнего молока взяла. Детки пьют. Ну, у женщины беру с рук домашнее молоко. Коровье. И вот. Вчера взяла. Сегодня еще пьют. А потом напишу. Опять ей, когда она пойдет на работу, принесет еще мне. Потом деньги получу, отдам денежку. Вот такие вот дела. А так вроде у нас все хорошо. В огороде все растет. Переплюсь 100 раз. А так, в принципе, все хорошо. Ладно, дорогие друзья, всем желаем всего самого хорошего. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ладно, дорогие друзья, вот такой был день. Почти ничего не снимала, сам чувствую сегодня не очень. Поэтому всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, я поехала в город. Ребятки так вчера и играли в палатку, сегодня опять уже играю. Еду в город по делам, на заказ забрать из Валберис. Я там имбирь заказывала, потому что на базах нигде его нету, в светофоре нет, добраться не нет. Поэтому заказали на Валберис. Ну и кое-какие мне свои дела сделать надо. Ладно, едем в город. Съездила я, ребята, в город, забрала я Валберис имбирь. Вот такой вот пакет с имбирем. Василиса хочет на меня опять запрыгнуть. Представляете, вчера моя кошка на меня на спину прыгнула. Я тебе только вздумай. Вот она сейчас на меня целится, прыгнуть хочет. Иди отсюда, пожалуйста. Я тебя уже боюсь. Забрала имбирь. Ой, как я, ребята, хотела имбирь. Вы не представляете. И мы нигде никак не могли купить. Тут написано, масса нет, а 1,5 килограмма. Масса имбиря 1000 грамм. 1 килограмм. Классно. Сегодня по контейнерам уберу в холодильник. Также купила 2 булки белого. Василиса! И 1 булку черного. И это просто на них. Также взяла вилочек капусты. 0,5 кило огурчиков. Я сегодня хочу кое-что сделать. Сейчас по сути все расскажу. И немножко картошечки. Также купила дешевый хлеб. Хочу наделать сухарей детям. Детям, что я сухари делала, быстро все съели. Я даже попробовать не успела. Короче, 5 булок хлеба взяла. И полностью все это сделаю сухари. Из этих 5 булок. Также взяла детям вот такие вот булочки. Им понравились. Я не взяла быстренько. Чтобы и. Взяла 2 армянских лаваша. Хочу сделать что-то наподобие шаурмы. У меня, считайте, капуста есть, огурцы есть. У меня филе курицы в морозилке есть. Я его обжарю. Капусту, огурчики. Майонеза нету. Ну, с маслом. Какая разница? Будет с маслом. Вместо соуса будет масло.
И можно, по идее, майонез свой сделать, но масла, по-моему, нету сливок растительного. Да, масла растительного нет. Масло растительное у меня закончилось. Но ничего страшного. И без майонеза будет, мне кажется, вкусный в лаваш завернем. По одной штучке детям. Ну, немножко баловство такое сделаю. Ой, инструменты нашел, да? Также зашла, взяла. У нас у детей есть улитки. У них закончился кальций. Взяла вот такой вот специально для улиток. Что-то 40 рублей, что ли, стоит, чтобы посыпать им. Да, Машенька? И все, вот такие вот в целом все покупки. В городе так хорошо. А вы почему из этого своей палатки ничего не убрали? Дождик шел. Там, наверное, сейчас все сырое. Ну-ка, идите, проверяйте. Что тут в пирожках? Ничего не убрали. Вообще я в шоке. Ладно, дорогие друзья, сейчас переодеваемся и готовим шаурму.